Добрый день, меня зовут Загир Турунтаев. Сегодня празднуем 35-летний юбилей со дня образования татаро-башкирской общины Тугантель. Ждем гостей. На угощение у нас Кыстыбый, Вакбиляш, Шак-шак, Азылык. Ждем вас всех. Без стола полного яств не обходится ни один праздник татары-башкир. Национальными блюдами община угощала всех гостей, а еще подготовила концертную программу. На сцене МРТК девушки исполняли национальные танцы, а мужчины передавали дух родных краев, играя на музыкальных инструментах. Татаро-башкирская община – одна из старейших в Мирненском районе. Ее основали в 1988 году. Поздравили с 35-летним юбилеем общину «Родной язык» представители администрации района, города, Совета депутатов, Ассамблеи народов и Алроса. Представителям и ветеранам общины вручили награды. Праздничный стол опустел буквально за 10 минут. Настолько вкусными гостям показались национальные блюда.